Всем привет, с вами Рамзес, и это очередной зомби-сервер. Этот зомби-сервер называется ZM Казахский Пирог, и он, по моему мнению, самый лучший зомби-сервер. Сейчас он популярен. И этого зомби-сервера открылся второй зомби-сервер. Да, скоро я про второй тоже зомби-сервер сниму обзор. И что ж, давайте начнем. Сперва я хотел вам показать выбор ножей. Они поменялись. В общем, да. Есть теперь 5 видов ножей. Перчатки. Они тоже нормальные. Для простых игроков. Бензопила есть. Урон дает 2 катаны. Тоже урон, только маленький. Хаммер. Для випов. Только для випов. К сожалению. Да. Но у хаммера самый сильный урон из ножей. Топоры есть для админов. Он быстро, это скорость дает, и сам он быстрый. Так, и можно купить випку за 100 рублей на месяц, а админку 150 рублей. Главное, админ на скайп, группа ВКонтакте сервера будет под описанием. Можете посмотреть, подписаться на группу, потом следить за новостями. А можно, тут есть еще вип-меню. Что входит в вип-меню? Можно за карту брать 500 евро, это очень полезно для випов. Броню. 500, вот, взял. Взять жизни, 750 сейчас у меня. Золотое оружие любое. Давай, дигу возьму, потому что у меня уже есть оружие. 5, М9. Что-то на меня залез, что ли? М9 это для админов. Бесплатное оружие можно взять. Арбалет, джетпак, базуку, либо плазму, либо лазерную снайперку. Я взял лазерную снайперку, как мне она очень сильно нравится. Джетпак, базуку возьму на следующем раунде. И потом покажу арбалет и плазму. Так, можно взять тоже броню 500, жизнь 500. Управление зомби-модом можно сделать человеком, зомби, выжившим, куча на кучу, массовое заражение, чуму, и можно возразить их парков. Так. Ну ладно, не буду делать этого. Пока, нормально. Управление макс-мод-меню можно кикнуть, забанить, ударить, убить, либо сменить карту, голосование за карту. И у випов такая моделька. Ника. А, это у випов, да, такая моделька очень классная, зеленая. И когда, тут есть такой плагин, когда вы покупаете броню, у вас на башке появляется олень. Это вроде называется мод оленчер или типа того. Это очень прикольно, зомби-сервер, давайте заходить. Сейчас покажу класс зомби. Так, например, тут есть псих, спринтер, спринтер, это способность быстро бегать. Потом тайтесь. Типа. Поджигает Ревенант Айс, который замораживает. Мой самый любимый зомби-класс это Ревенант Айр, потому что он с... Да. Ну, короче, огненный шар пускает, и вы сразу горите. Его способность. Мне очень нравится. А Ревенант Айс, наоборот, какой-то синий шарик, он замораживает. Тоже нормальный. Вроде курильщика, да? Который сразу... Так. Теперь... в простом меню изменилось одно только оружие вроде. Это вот этот пулемет, миниган. Он изменился на такую, очень классную. Желтую. У выжившего тоже такая модель. А да, я хотел взять... вот, бесплатное оружие, можно взять где-то под базуку. Вот она такая. Очень сильный урон. 2000 вроде сносит. Так. Да, кстати, у джетпака такая функция. Если у вас на руке пулемет, либо какое-то слабое оружие, не слабое, конечно, простое оружие, вы не сможете летать на джетпаке, только прыгая. А если у вас нож, спокойно можете летать. Не знаю, с чем это связано. И каждый раунд нож меняется. То есть, если вы возьмете этот топор, она поменяется на этот. Вот этот, да. Само по себе. Так, хаммер возьмем. Ну давайте с этим походим. И когда... И есть такой еще плагин. Когда VIP прыгает вот так, двойной прыжок, да?
Он по натуре вот так двойное сальто делает. Это очень классный плагин, по моему мнению. Так, вроде бы все рассказал. Так, можно возродиться за людей 5 аму, за зомби 3 аму. Евро. Тут валюта евро. Кстати, заходите, я вам буду давать оружие, буду помогать с развитием. Главный админ Дейга, скайп будет под описанием. У него, кстати, скайп поменялся, так что... Что я в описании скину? Куда мой пропал? А, я, да, я же взял это. Так, давайте тогда из золотых оружия возьмем АКУ, а не, давайте М-ку возьмем. Сейчас это брошу. Опа, М-ка. Классно, да? Моделька очень классная. Мне эти модели такие нравятся. Так, где зомби, кстати? Мало зомби. Один только зомби. Так, у него... А, это не Мизида, у него 100 тысяч хп. Бегите. А, да, я знаю короткий путь. Сейчас быстро до него иду. Так. О, блин, отойди. Я первый. Опа-на, где он? Ой, похоже на капец. Быстро открывайте дверь. Сволочи. Мы же не вижу район. Я ничего на джетпак бросил, извиняюсь. Я же дебил. Nope. Он заражает или убивает, я не понял. То заражение, то убивание. Так вот, быстро убьем его. Бесконечные патроны возьмем. Они очень эффективны. У дьявола модель такая. Крутится он, не убивается. Давайте возьмем себе жизнь, чтобы он быстро нас не грохнул. Что-то он не задыхает, а? Не открывайте дверь, а то мешаться будет. И, блин, он не ждет. Говню псов, он меня же так своровал. Давай, 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 убиваем. Ай-яй-яй, папи. Так, что ж ты меня толкаешь? Мы должны до последнего продержаться. Давай, 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 последние 3 секунды, 1 секунда, 1 секунда. Продержался. Так. Хотел еще плазму. Блин, у меня же пока нет. Опа. Давайте за зомби сыграем. Плазму на следующем. Здесь можно дальше. Потом покажу. Окей. Мой, мой он. Блин, а? Мой трак стыдно. Где еще человек? Там выживший. Если я его буду классно, да? Нихера, сколько у него этого. Офигевшая, а? Сколько у нее жизни, сколько у нее это урона минигана. Просто пипец. Давайте за человека. Быстро покажу. Плазма. Это такая плазма. И очень прикольная. Особенно в бесконечных патронах. Я еще не пробовал сам, но видел. Как один так делает. Заходим. Покупаем випки, если понравится сервер. Так. Труп зомби. А нет, это человек.
похож на труп зомби. Это что? Зомби? Это жирный? Опа, мизида. Немезис. Давайте возьмем жизни, давайте возьмем еще жизни. У меня теперь 1250 жизней. Ну, это для чумы предназначено, либо для кучи на кучу. Ну, так, 50 тысяч хп, да, 2 минуты мы успеем, вроде, или уже мчить, если не он не будет убегать. Какого хера? Сложно в тему попадать, когда он прыгает, либо еще что-то делает. Я должен его убить. Выжившие, знаете, сколько урона у... А, игрушки, да? Все. Где, кстати, игрушки? What? Интересно, мы запрыгнем отсюда. Сейчас попробую до туда. Ну, до сюда хотя бы допрыгнем. Я думаю, хотя бы до сюда допрыгнем. Опа. Тут аптечка есть, кстати. Это моя самая любимая карта. Как так ты залезай? Кстати, да. Заходите, буду давать оружие, помогать развитию. Так, но запомните, я не буду давать либо там паков, либо арбалет. И бесплатные випские, либо админское оружие я вам никогда не буду давать. Потому что запрещает правила. Если бы это мой собственный сервер был, я бы вам и аму, или... И что-то еще-то там дал. Опа. Стырил фраг просто. О. Вот Revenant Ice, кстати, модель крыл. Школьная такая. Кстати, что-то под базуку нельзя, да? Я арбалет взял, если бесплатно оружие. Так. Так. Убиваем. У него 11 тысяч хп, что ли? Как это? Тац. Грусть. А я думаю, это вирусная граната. Да. Кстати, по рангу я не знаю, какое место забыл. А, что-то у меня не пишется. Да блин, какого хера? Так, клавиатура. Ай-яй-яй. Аж залагало. Дайте я исправлю одну херню, потом вернусь к вам. Так, вроде все. Можно писать, да? Да, можно писать. Кстати, тут есть префикс для випов. VIP, будет, когда вы вип или админ, вы когда напишите в чат что-то, будет писать вип клиент, там что-то там сказал, и типа того. What? Видели, да? У него на спине джетпак. Так прикольно. Он летает на нем. Как он летает на нем? Мне надо тоже так попробовать. Че, прикольно. Ой-ой-ой, все, мне капец. Ай-яй-яй, да.
Я Ванга хочу знать. Так, Ривен Адвайс, вот шарик. Ну что ж, всем спасибо, кто меня смотрел. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. А с вами был Рамзес. Всем удачи и всем пока.